Всем кукушки, кукушки, привет и всем губкам. С вами я, Губка Боб, и вы на моем канале Губка Боб, Кудрат Мустин Геймс. Мы опять играем в игру под названием Ben 10 Protector of Earth. В прошлой серии мы разобрались с Кевином 11, и у нас новый босс Сетли. Разобравшись в последующем, я понял, что Сетли — это растение, которое все это натворило. Настал час расплаты. It looks like whatever's been spreading all these plant pods around has taken root at the top of the city. And I'm supposed to fight that? Think of it as revenge for every vegetable you've ever been forced to eat. It's payback time. Погнали к побеждению босса. Это босс второго мира, ребят. Так что начинаем. Что такое? Что это? Это что такое вообще? Оно вылупляется, ребята. Это еще что? Оно вылупляется, ребята. Это что за мутант? Ребята, это реально какой-то мутант. Офигенно просто. Так, походу нам придется драться с этим мутантом. Да что это все вообще? Он убирает. Он какого черта? Даем. Он будет нам мешать, ребята. Это очень жестко. Ага, он только на своей оси может. Офигенно просто. И только как его ударить, я совершенно не знаю. Я его ударяю через это слабое место. Бан. Да блин, он ест. Он все ест и ест. Ай-яй. Черт. Ни к чему это нехорошее не приведет. Есть, превратились. Все. Мы целых этих три разбили. Теперь нам нужен ядро. Живо. Да, мы оглушили его. Настало время ядра. Бам. Все. О, разрубил. О, теперь мы здесь. Ай, у него увеличились. Смотрите, ребята, все находится. Мы все это разрубаем, ребят. О, мне надо сдать ядра срочно. Все, ядро у нас. Так, далее у нас кто? Ну, этот босс легкий, ребята. Спору нет. А на этот раз сюда нам надо. Это, ребята, легкий босс, чем босс первого же мира. Он меня вообще мучился, ребят, реально. Это удар меня мучило. Ой-ой. Теперь он все начал быстрее. Ребята, я к нему близко подхожу, он меня кусает.
Все, ребят, последний удар ему остался, и нафиг покончим с этим. И, ребят, ну это реально легкий босс. Реально скоро нет, он очень легкий. Так, надо быстро доехать, пока он не очухался. Есть! Все. Ну тебе. Квадрат. Бан. Круг. А, я же круг пронажал. Я нажал, короче. Я круг-то нажал, алё. И чё тут что-то... Это какая-то странность, алё. Вот это даже лагает. Ой, нет, надо ждать, надо ждать. Все. Па-пам-пам. Па-пам-пам. Все. Замочили босса. Теперь опять надо провернуть это. Так, хорошо. Это рампа рядом с, здесь. Так, здесь надо. Быстро, быстро, быстро. Прожимаем треугольник. И квадрат. А теперь кружок. Все. Ай да, блин! Квадрат. Треугольник снова, что ли? Да вы на меня издеваетесь, реально. Это уже нечестно. Это нечестно. Ладно. Идем. Когда у нас помощь на меня? За ядро лучше всего наблюдается. Так, с опять, ребят. Это рампа, и нам нужно успеть быстро. Ай-яй-яй, мы же можем не успеть. Все, успели. Треугольник. Квадрат. Круг. Треугольник. И, наконец, квадрат. Все, победа. Наконец-то. И мы превратились в человека огня, чтобы его победить. Все, ну победа за малым. Мы его за 7 минут замочили. И новый кристалл. И новый кристалл. Так. Да, как не знал. Мы получим из этого босса лазы. И все, все пришельцы у нас, ребят. Наконец-то у нас все пришельцы. Oh yeah, I'm a mean green butt-kicking machine. Of course. That plant monster must have been charged up by Wildvine's DNA. This can't all be a coincidence. Why are all of our bad memories suddenly coming back to haunt us? Unfortunately, the evidence all points to one individual. Нас требует наша локация корабль Вилгокса. Это Вилгокс! Вилгокс! Он злой. Походу, это еще не финал, ребят. У нас еще не призрак. Да. Еще один кристалл. О, кажется, у нас следующий босс из третьего мира будет призрак. Охренеть! Так, у нас не хватит вообще
Но мы зато замочили цветотек. И следующее. Снова. Рожь врагов. All these rotting plants reek. Look who's talking. Don't you remember our talk about forearms needing four times the deodorant? Снюхал свою подмышку, как говорится. Так, опять у нас овечка. Так, бьем этих, правда. Блин, нам нужен ведро, чтобы с ними расправиться. А то же стрелять. Сейчас как-то неудобно. Убегают вечно. Так, выбираем ядро. Может, из него легко не мочится. Особенно этой ультой. Опять новинки. Так, теперь уже капку спешли. Замечательно. Ай-яй-яй-яй. Мы потеряли форму ядра. Блин, а вот и ядро. Как вов, как раз вовремя. Так, нам надо замочить. Они нас ударяют. Нет. Вот вам сосунки. И потратите у нас энергию за это, ребят. Так, ребят, мы снова эту форму потеряли. Теперь надо ждать. Алло. Опять ждать. Почему энергия за ядро так быстро тратится из-за этого комбо? Почему? Они реально так быстро тратятся из-за этого комбо. Но мы справились на ней. Офигенно. Good job, Ben. Let's get back on the road. За 12 минут. Как понимается. За тобой за смерть пошарит. И да, у нас снова новый мир. А потом, после этого мира, наступит четвертый мир. И да, это локация. Звать Медвест. Двух боссов мы уже замочили вместе с вами. Теперь призрак. Теперь остается только призрак и Вилдекс. На этом, ребят, мы заканчиваем. Если вам понравилось это видео и эта игра, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока.